Всем привет! Мы открываем сезон 2016 жидкой воды на реке Обь. Приехали ловить толстых щук на джиг. Я приехал ловить толстых щук, Андрей приехал рыбачить. Сейчас соберемся и поедем на заветную точку. Сначала у нас оптимистичные рыбалки. Рыбы нету, не клюет. Холод молчит. На месте, где мы должны стоять, еще стоит лед. Все как всегда. Так. В общем, я открыл сезон. Такая вот щучка, наверное, в районе 2,5-3 кило. Скушала резину. Она кусала мандулу. Она и не приглянулась. В общем, сезон 2016 открыт. Мы продолжаем ловить. Произошел у нас такой зацеп на толстом снизу, какая-то приманка есть. О, что там? Рублерочек мой. Твой? Да. Или стрёмный. Да пойдет. Мы приехали на судаковую точку. Соответственно, пытаемся ловить судака. Открытие жидкой воды состоялось. Поймала, к сожалению, только одну рыбку. Вот такую щуку, примерно 3 килограмма. Клюнула жадно. Но больше сзади ничего не нашли.